Трое детей заболели корью во Владимире в поселке Сновидцы Суздальского района. Такую официальную статистику приводит региональный Роспотребнадзор. Сейчас ограничительные меры введены в двух образовательных учреждениях – Владимирской школе номер 22 и по приказу директора школы в Сновидцах. Там усилили меры дезинфекции помещений и временно ограничили прием новичков, которые раньше не болели корью и не прививались. Предположительно, что первый случай у нас привозной из ближнего зарубежья. В частности, это Азербайджанская республика. Территория Владимирской области довольно долго была благоприятной по заболеванию кори. У нас много лет не фиксировалось вообще заболеваний. Однако весной прошлого года мы имели вспышку кори, к сожалению. В прошлом году в марте официально корью переболели 15 человек. Большинство – дети. К счастью, массового распространения заболевания удалось избежать. Передается корь воздушно-капельным путем и очень заразно. Если не прививался и не болел раньше, шанс заразиться почти стопроцентный. Начальные симптомы кори легко спутать с простудой или гриппом. В первые несколько дней у человека повышается температура, начинает болеть горло, появляется кашель, слезятся глаза. Затем начинаются характерные красные высыпания на теле, с головы до ног. Чтобы больной перестал быть заразным, с момента появления сыпи должно пройти не менее 5 дней. Инкубационный период у кори длинный – от 9 до 21 дня. По самым последним данным, только в одной из владимирских семей переболели сразу 4 человека. На данный момент у меня болеет младшая дочь. Старшая дочка и сын уже вылечились, но пока на карантине дома остаются. Им надо последний анализ дать. Я болею, но в принципе уже вылечилась. Хорошо себя чувствую, тоже остались анализы. Перед Новым годом, да, у меня заболел сын. Врач сначала корь отказывалась ставить, потому что у него есть прививка. Как бы по городу ситуация по кори была спокойная. Все дети в семье, кроме младшей дочки, были привиты. А Татьяна болела корью в детстве, и болезнь прошла быстро. Сейчас к семье ежедневно приходит педиатр, а специалисты проверяют список контактировавших лиц. Врачи поясняют, случаи заболевания после прививки возможны. Тогда корь протекает в облегченной форме, и осложнения маловероятны. Вакцина же по-прежнему остается, пожалуй, единственным способом – не заразиться корью или легче перенести заболевание. Даже если есть очаг кори, кто-то в семье заболел корью, то в течение 72 часов мы можем привить остальных членов семьи, дабы чтобы они не заболели корью. Выходить на улицу можно. Изолируется только больной корью, будь то взрослый или ребенок. Он остается дома, вызывается врач и назначается терапия. Не все с корью госпитализируются в стационар. То есть мы чаще наблюдали легкие и средне-тяжелые формы, которые могут лечиться дома. К слову, основная причина возвращения кори в регион – большое количество отказов от вакцинации. Хотя прививками стараются охватить большинство населения. Свои лично не помню уже прививки. Детям прививались. Детям, конечно, по прививали графику, по времени, по как положено. Ну вот по календарю прививки. Да. Вообще считаете, нужно прививаться? Да, конечно, потому что нужно. А почему? Ну, иммунитет, чтобы вырабатывался. Вы лично прививались от кори? Конечно. А когда? Вот в детстве? Ну, в детстве, я не помню. А вообще считаете, как нужно прививаться, не нужно? Я считаю, что надо обязательно. У меня все привиты, все у всех прививки, как положено. Главная причина отказа от вакцинации, по словам специалистов, религиозные убеждения или кочевой образ жизни. По правилам, детей нужно прививать дважды – в 12 месяцев и в 6 лет, если нет медицинских противопоказаний. Взрослые, которые прививались всего раз в детстве, тоже нуждаются в ревакцинации. А если не помнишь, болел корью или нет, можно сдать анализ крови на наличие антител к заболеванию. К слову, напряженная ситуация с корью сейчас во многих странах мира, особенно в Украине, Греции, Сербии и Грузии. Поэтому люди, которые планируют поездки туда, должны сделать прививку не менее чем за 2 недели. Пройти вакцинацию все желающие могут в медучреждениях по месту жительства. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.